шапки. Я носки. А мне не холодно. А мне холодно. Мы сейчас ждем Маню. Пока. Одела куртку, теплую кофту, под кофтой термобелье. Потом я надела колготки, джинсы, шапку. У меня два термобелья. Сверху водолазка, сверху теплая худи, сверху пуховая куртка, шапка, ботинки и носки. У меня тоже ботинки. Ребята, привет! И я уже давно приехала и переоделась. И сейчас я побегу к сцене искать девчонок. Я не опаздывала, не знаю, почему так сказали девочки. Я приехала раньше их и переоделась в гримерке. Мне вообще не холодно, не знаю, почему девочкам холодно. Мне не холодно. Всем привет! Я Аня. Танцевальный хит глазками. Поехали! Всех ждем у главной сцены парка «Сказка». Все подходите, с нами будет весело. А сейчас для вас на сцене детская музыкальная группа «Без игрушек». Авторские песни группы занимают первые строчки хит-парада детского радио, друзья. Представляете, каждый месяц попадают в подборку лучших детских песен со всего мира на платформах Яндекс.Музыка и ВКонтакте. А хит «Сердечко» набрал уже 10 миллионов просмотров на Ютубе, друзья! Всем привет! Я Аня, Кира, Ксюша, группа «Без игрушек». Сейчас мы будем стрелять глазками в ваши сердца. Танцевальный хит «Глазками». Поехали! Девчонки, вы классные! Это было супер! Мне понравилось, а вам? И это снова мы, группа «Без игрушек». Сейчас мы исполним для вас песню про то, что надо верить в свою мечту, идти к цели и не сдаваться. Изи-пизи, без игрушек, начинаем! Хочешь, научу тебя летать? Давай! Хочешь, покажу мультфильмы? Изи-пизи!
сейчас будем кататься. На аттракционах. Их очень много здесь. Да. И тут, кстати, открыли новые аттракционы. Да. И Кира с переходами. Короче, самый странный переход. Скорее, у нас есть буквально 30 секунд. Давай 5, скорее все, давайте спасаем что-нибудь такое веселое, классное, зажигательное. Ну я в вас верю. 3, 2, 1, танцуем! Все бурно-бурно поаплодируем. Давайте выходите сейчас в центр. Девчонок не остановить. Давайте сделаем классную фотку. Давайте, готовы? Итак, что-то интересное. А теперь руки в сторону и кричим «Подсказка». Раз, два, три. Подсказка! Да, под аплодисменты.